Привет, Star TV. Это я, Юлия Нельсон. Но меня никто не выпустил из Москвы. Реально, как назло, задержали самолет. И получается, что мне пришлось остаться здесь в день премьеры видео, которое для меня очень много значит. В любом случае, что я хочу сказать. Огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете нас, молодых исполнителей. Потому что для нас это, ну, правда важно. Мы все делаем сейчас своими усилиями. Хочу сказать пару слов в адрес песни «Живая». Она написана довольно-таки давно. Но мы думали о том, как она должна звучать, и не могли все-таки прийти к лучшему. Автор слов и музыки Рожден Ануси, мы оба одесситы, очень давно работаем вместе. Летом этого года получилось так, что я пришла на студию, мы сели, послушали и поняли, что вот оно. Самый последний вариант и стал для нас вдохновением для того, чтобы сделать теперь видеоклип. Режиссером стала молодая фотограф и режиссер, соответственно, Таню Мыню. Мы снимали за один день, собрали быстро как бы команду молодых техников, операторов, и в итоге получилось вот то, что вы увидите. Мы очень старались, и на самом деле было ужасно захватывающе, даже в какие-то моменты это было немного экстремально, но мы очень рады результатам и никогда бы не подумали, что получится именно так, правда. Песня «Живая» — это отрезок из моей жизни, то, как я поняла, что, ну, нужно что-то менять, потому что действительно иногда бывают ситуации, когда на тебя что-то давит, а ты на это невольно реагируешь и, ну, честно, начинаешь немного распыляться. А на самом деле так будет всегда, потому что если ты движешься вперед, то обязательно будут какие-то препятствия. Дело в том, что после этой песни пересмотрелось вообще, в принципе, мое мнение о музыке, о том, что я хочу делать, и я решила, что если мне будет нечего сказать, то я не буду петь, и я не буду заниматься этим, потому что петь ради того, чтобы просто петь, я не могу. Я хочу что-то говорить, я хочу, чтобы это как-то влияло на людей и что-то несло за собой. Поэтому вам уже судить, смотрите клип «Живая», я думаю, что вам понравится, мы очень сильно старались. Спасибо Star TV, это была Юлия Нельсон, пока!